Часто ли каждый из нас думает о тех людях, которые попали сегодня в тяжелые или даже безвыходные ситуации? Многие предпочитают жить только в свое удовольствие. Но ведь каждому из нас есть чем поделиться с другими. Лично я приняла решение помогать людям. И это не просто для галочки или успокоения своей совести. Это стало частью моей жизни. Более того, я не смогла больше молчать об этом. Не только вся моя семья, но и множество моих знакомых с радостью присоединились к благотворительной партнерской программе. Каждый месяц мы передаем часть своего дохода на добрые дела. Ведь вместе мы можем подарить больше тепла, заботы и реальной помощи тем, кто в этом нуждается. После того, как я стала партнером, внутри меня появилась уверенность. Я помогаю другим людям, и это обязательно возвращается в мою жизнь. И теперь у моей семьи появилась еще одна большая мечта. Чтобы в нашем мире стало больше счастливых и здоровых людей. Это возможно благодаря нам с тобой. Давай расскажем об этом всему миру. Спасибо партнерам. Вместе мы можем сделать еще больше.